Приветик! Сегодня на канале Game Tones мы будем снова смотреть одну из старых анимаций про Friday Night Funkin'. И серия называется «Бойфренд против предателя». И это должно быть очень интересно, так что давайте смотреть! И вот оно. Перед тем, как начать играть в Friday Night Funkin', я в основном играл в эту игру. И ты рассказывал, что убивал множество людей в этой игре. Только когда был предателем. Ой, как врет, как врет! Убивал он множество людей. Да, конечно. Верим. Похоже, это довольно опасно. Думаю, мы должны вернуться в нашу вселенную, пока не произошло что-нибудь плохое. Да перестань, мы ведь только что пришли. Доверься мне, я знаю всех этих парней. Они хорошие люди. Гёрфан, прячься! Это предатель! Привет, товарищи по команде. Здесь есть задание, которое надо выполнить? А этот чувак вообще ни капельки не подозрительный. Согласитесь. Хорошая попытка. Но я легко могу распознать предателя. Предателя? Что ж, ты ошибаешься. А у тебя в руках пистолет с ножом. Нет, у меня ничего нет. А у тебя даже рот, как у предателя. Боже, чувак, в этой игре ты даже хуже, чем я. Уже можно выходить? Нет, тебя все еще могут убить в любую секунду. Нет необходимости пугать эту красивую леди. Я совершенно безвредный. А что, правда? А то у тебя рот как-то странно выглядит. Да только у предателей такой рот. А этот бойфренд поднатаскался в Among Us'е. Сразу же может определить, кто предатель. Какой молодец. Думаю, тогда ты знаешь мой темный секрет. Что за темный секрет? Парни, вы что, опять читали дневник мистера Сыра? Нет, его темный секрет — это то, что он предатель. Игрок, это ты? Почему ты выглядишь так нелепо и уродливо? У тебя такие выпуклые черты лица. Я в облике игры Friday Night Funkin', капитан. Ну, это отвратительно. Ты согласен со мной, предатель? Абсолютно. Ну, а капитан вообще не церемонится нисколечки. Погоди, так твое имя предатель? Да. Это иронично, потому что он никогда не был предателем. Он действительно хороший парень. Да? О, слава богу. Нет, это не так. Гёрфан, эти вруны разрежут тебя пополам. Знаешь что, мне не нравится эта твоя новая личность, игрок. Осуждающий, манипулятивный, синеволосый и пренебрежительный к таким новичкам, как предатель. Думаю, будет лучше, если я просто пойду. Хорошо, как скажешь. Вау. Хорошо, должно быть что-то, что я могу сделать, чтобы доказать свою невиновность. Думаю, если ты победишь меня в рэп-баттле, то этого будет достаточно. Блин, эта песня была клёвой. Знаешь что, а ты действительно клёвый чувак. Спасибо, мужик. Гёрфренд, можешь уже выходить, здесь безопасно. И теперь её имя Бинго. До этого игрока, точнее бойфренда, обвели вокруг пальца на раз-два. Неудивительно, что он постоянно проигрывал. Нет, гёрфренд. Так ты всё-таки предатель. Нет. Помнишь, как я убедил тебя в обратном силой своей музыки? Что ж, ты разубедил меня в этом, когда застрелил мою гёрфренд прямо на моих глазах. Чёрт, да. Я должен был это предвидеть. Да ты идиот. Вау-вау-вау. В чем дело, игрок? У тебя может быть модная одежда и руки, которые физически связаны с телом, но это не значит, что можно просто ходить и называть людей идиотами. Особенно предателя. Спасибо, мистер Сэр. Этот парень занял твое место, когда ты начал играть в «Чокнутый вечер четверга» или как там оно. И все от него в абсолютном восторге. Это «Безумная ночь пятницы». Да-да, дерганное утро понедельника, я так и сказал. Я что, умерла? Да. Прости, детка. Игрок? С кем ты разговариваешь? С моей гёрфренд?
Она вон там. Приветик. Ты не видишь ее? Да блин, бойфренд, ты чего? Живые амогусы не могут видеть призраков. Конечно, он ее не видит. Я что-то пропустил? Это подруга игрока, которую зовут Girlfriend. Мы не можем видеть ее, только игрок может. Оу, я понял. Вау, игрок, так приятно встретить твою совершенно настоящую подружку. Разве я не прав, Чеддер? Да блин, она и правда существует. Ага, скажи, предатель, почему бы тебе не пойти и не выполнить свои задания? Чед и я собираемся научить игрока некоторым манерам. Круто. Увидимся, парни, позже. Хорошо, игрок. Ты готов к главному в своей жизни, рэп-баттлу? Когда я закончу с тобой, ты скажешь. Вау, посмотрите, какие доступны новые плюшевые игрушки Чеддера на нашем сайте. Погоди, почему я должен говорить это? Потому что это отличная сделка, детка. Хорошо, пора сразиться. Вторая песня была гораздо круче, чем первая. Ну, лично мне она больше понравилась. Боже мой, мистер Сыр! Прости, я не хотел убивать тебя. Твой рэпчик очень крут. Пожалуйста, сделай кое-что для меня. Конечно, все что угодно. Купи новую плюшевую игрушку Чеддера на нашем сайте. У меня их так много. Но, мистер Сыр... Сделай это. О, привет, Girlfriend. Теперь я тебя вижу. Да, он вообще-то не врал. Значит, одурачил меня? Я всегда думал, что игрок совершенно неприятный тип. Эй! Ну, раз я теперь призрак, думаю, мне лучше пойти и поиздеваться над джентльменом. Прощайте. Так как мы относимся к этому парню? К мистеру Сыру? Он практически самый худший. Ясненько. Привет, товарищи по команде. Здесь есть задание, которое надо выполнить. Ты уже использовал эту фразу. Хорошо. Значит, нет смысла пытаться убедить тебя, что я не предатель, да? Вообще-то нет. Вау, кто-то уже сообщил об этом теле? Я как раз собирался, так как я настоящий член экипажа. Я хочу выяснить, кто предатель. Умная мысль. Обычно это лучший способ сделать это. Ветеран, очевидно, что он врет. Погоди, думаешь, что предатель — это настоящий предатель? Ох уж эти амогусы! Один, значит, извивается, как уж на сковородке, а второй... Немножечко тугодум и не догоняет, что здесь происходит. Типичный мангас. Ты хоть слышишь себя? Я как будто в сумасшедшем городе. Вот почему я никогда не выигрываю. Почему тебе так нравится эта игра, если ты никогда не выигрываешь? Ну, потому что я... Знаешь, а это хорошее замечание. Что за хорошее замечание? То, что сказала моя невидимая подруга-призрак. Ты не видишь и не слышишь ее. А, что ж, было приятно снова увидеть тебя, игрок. Хотя и не в твоем настоящем облике, Among Us. Но пора мне и моим большим мозгам выиграть эту игру. Еще увидимся, приятель. Он даже не сообщил о теле. Хорошо, хватит ходить вокруг да около. Ты знаешь, что я предатель. Давай устроим финальную битву. Если выиграешь, я признаюсь и проиграю. Если я выиграю, ты уйдешь из Among Us и никогда не вернешься. Договорились?
Да, получай, предатель. Ну, что не говори, а бойфренд все-таки чемпион Friday Night Funkin'. Так что ему победить вот этого импостера, как семечку расщелкать, проще простого. Нет, я был так близок к победе. Да, тебе просто надо было убить меня. Точно так же, как ты убил мою girlfriend. Ты слишком тупой, чтобы понять это. Поэтому я, игрок, я величайший игрок во всем мире. Ну, кто тут тупой еще? Спорный вопрос. Ты должен был предвидеть это. Не сейчас, girlfriend.